Пап. Да, Димка. А куда мы едем? На базар едем. А-а-а. Папа, как у нас машина называется? Опель у нас машина называется. Опель? А та вот как называется? А это Мерседес. Мерседес? А какая лучше, пап? Ну, конечно, Мерседес лучше, но если у нас Опель, то Опель лучше. Понятно. Папа, что мы будем покупать на базаре? Ты можешь уже закрыть рот. А почему я должен закрывать рот? О, кстати, я вспомнил. Ко мне учительница со школы звонила. Ничего не хочешь мне сказать? Чего замолк? Ну ты же сказал закрыть рот, я и закрыл. О, Димка, чего делаешь? Да вот, пример не могу никак решить. Домашнее задание задали. Так давай я тебе помогу. Пап, так мама говорила самому решать. Мама много чего говорит, давай помогу. Ну хорошо, помоги. Смотри, вот так. Вот так, вот так. А это точно правильно? 100% правильно, пиши. Ну ладно, спасибо, пап. Ну вот, опять двойка. Ну как можно быть таким бестолковым, Димка? Ну мам, я же говорила, слушай на уроках, слушай, учись. Что за шум, а драки нет? О, пап, скажи ей. Ах ты, двоечник. Говорили тебе, учись. О, Бать, там, кажется, гроза собирается. Димка, да какая гроза? Бать, да я серьезно, иди глянь. Димка, да какая гроза? Я телевизор смотрю, не мешай. Там такие тучи, ну иди глянь. Передача хорошая идет. Какая гроза? Бать, а ты что, вообще грозы не боишься? Конечно, не боюсь. Чего ее бояться? Бать, ну иди посмотри, там сейчас как рванет. Ну ладно, посмотрю. Чего у нас тут? Ух, ё-моё. Гроза, спасайся, кто может. Пап. А можно мне киндер? Можно, только папе сперва нужно помочь. Нужно резину с балкона принести к двери. Хорошо. Все, пап, готово. Дай мне киндер. Сынок, киндер я тебе дам только после того, как ты обратно резину занесешь. Что? Петрович передумал брать. Ну хорошо. Все, пап, держи. Да нет, спасибо, не хочется. Эй, кто там? Кто? Батя здесь, подожди минуту. Угу, знаю я твою минуту. Ну ладно, успею в мумию поиграть. Стоп, а где бумага? Димка! Ой. Папа зовет? Да, пап, чего? Принеси бумаги. Бумага закончилась. Как закончилась? Вчера же только покупали. Ну, не знаю, как-то закончилась. Ну, Димка, я выйду отсюда, получишь у меня. Ага, ты попробуй выйди отсюда, бумаги-то нету. Пап, ты обещал мне поиграться. Димка, обещал, значит, поиграемся. На свои игрушки. Добре, зараз. Кто-то там пришел. О, Колька, а ты че пришел? Вить, может, по чуть-чуть? Я Димкою обещал пограться. Та скільки там часу займе? Давай, півгодини, та я піду. Ну добре, заходь. Блін. Дімка, ну. Мали гратися називається. Ну що там, я наливаю. Давай, наливай. Пап, ви довго тут? Ми трохи посидимо, через 10 хвилин прийду. Ну добре. Тільки 10 хвилин? Колька, навірно, довго не вийде посидіти. Я Дімкові обіцяв погратися, він з мене не зліз. Вітя, так в мене є ідея. Яка ідея? Зараз Дімка твій буде спати, задніх ніг не чути. Як він буде спати? Ляє молоко. Ну і 50 грам для хорошого сну. Ти думаєш, це подіє? Я тобі кажу. Ну добре, давай спробуємо. Пап, ну що там? Дімка, та зачекай, зараз папа прийде. Ну краще молочка випий. Добре, давайте. Біжи грайся, через 10 хвилин, Дімка. Ну добре, чекаю. Ну все, Вітя, зараз буде спати по-любому. Давай по 50. Через 15 хвилин. Ей, мужики! Що? То не може бути! Наляйте ще 50 грам! Будьте мужиками! От, Дімка, весь в батька! Ходи, наливаю! Вітя, а як же я? А ти йди на***, Вітя! Водичка закончилась. Дімка! Да, пап, чего? Сходи в магазин, купи попить. Ну хорошо, давай. Ну что, купил? Да, купил. Держи. Что это ты купил? То, что ты и просил, попить. Я же просил попить воды. Я не понял. Ну ладно, бог с тобой. Сдачу давай. Пап, а сдачи нету. Я себе купил еще киндер. Там еще не хватало.
Тебя записали в долг. Офигенно попил водички. Мам, мам! Чего, Димка? Можно я скажу слово на три буквы? Что? Ай, это было слово «дом». Эй, ты чего? О доме надо думать. О доме. Ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось, сынок? Зуб болит. К стоматологу пойдем? Да, пойду. Ну ладно, собирайся тогда. Хорошо. Я готов. Ну вот мы и пришли. Боишься? Боюсь. Не бойся, все будет хорошо. Ой. Я тебя здесь жду. Давай. Да, мы уже закончили. Можете забирать сына. Спасибо. Ну, что нужно сказать тете? Сука. Сынок. Спасибо. Пап, пап. Что, Димка? Хочешь, я расскажу тебе анекдот? Не надо, ты опять про русского немца и поляка будешь. Нет, я про двух негров. Ну давай. Идут по пустыне два негра, русский, немец и поляк. Пап, пап, а что такое реально, а что такое гипотетически? Ну, сынок, как это лучше тебе объяснить? Не знаю. Давай разберем на примере. Давай. Смотри, иди спроси маму, или она бы переспала за 1 000 000 баксов с негром. Угу, хорошо. Она говорит, что согласна. Теперь сестру иди спроси, или переспала бы. Угу. Она тоже говорит, что согласна. Ну а теперь деда спроси. Пап, дед тоже согласен. Ну вот видишь, сынок, гипотетически у нас 3 000 000 баксов, а реально 2 проститутки и 1 пидорас. Ну, давай, давай. Во, а во. А, чего, Димка? Научи меня кататься на коньках. Это зимой. Зимой надо. Зимой обязательно научу, Димка. А на лыжах? Димка, это тоже зимой. Ну а на велосипеде? Слушай, отстань, иди к папе, а? Хорошо. Волка, папа занят, а деда разбудил. Он сказал, сейчас встанет, научит всех кататься на звездолете. Пап, я хочу ноутбук. В кольке с першого этажа є ноутбук, він грає всякі ігри. І що треба зробити? Треба купити його. Ну добре, біжи, щось придумай. От і прийшов твій час. Треба Дімкові купити ноутбук. Дім, чуєш? А скільки стоїть ноутбук? Десь 10-15 нормальний такий. У мене є тільки 5. То що ти не купиш? Є в мене ще одна ідея. Скоро прийду. Ну добре. Переходимо до плану Б. Алло, Петрович, привіт. Алло, Давид. Ти знаєш, бачив сьогодні твого кольку за гаражами. Він курив. Що? От паразит малий. Ну я йому зроблю. Петрович, ну ти вже не кажеш, що це я сказав. Я не буду казати. Чуєш, Віть, а як його покарати, щоб він поняв? Я думаю, краще покарання – забрати ноутбук. Точно! Заберу ноутбук, а краще здам назад. Ну от і все. Дімк, вирішив я твоє питання. Чесно? Ми їдемо за ноутбуком. За яким ноутбуком? Я десь такі гроші візьму. В кольки тепер теж немає ноутбука. Так що не плач. Ну зато тепер і в кольки немає. Ей, мужики! Наляйте ще 50 грам. Будьте мужиками.